Привет, вы на канале Farnax Film, и сегодня поговорим о том, какой твердотопливный котел выбрать в 2024 году. Речь пойдет об угольных котлах. Даже в простейших моделях длительность работы на одной закладке на угле выше, чем на дровах. Чтобы не ограничивать вас в мощностях, выбираем линейки с максимально широким мощностным рядом. И, пожалуй, лучше всего подойдет Thermacraft Zeus. Мощности от 9 до 80 кВт. Это классический шахтный котел с удобной вертикальной загрузкой топлива. Уголь хранится в камере и по мере прогорания опускается ниже. В среднем котлы этой серии работают около 14 часов на одном бункере. Горение происходит в одной небольшой зоне, и горячие дымовые газы, проходя по высоким вертикальным шахтам, совершая пару оборотов, отдают свою энергию водяной рубашке. Кстати, для тех, кому это важно, котел выполнен из 4-миллиметровой стали и работает в системах отопления с давлением до 3 атмосфер. На что мы в магазинах Farnax обращаем внимание покупателей, рекомендую котел Zeus. Работая в ручном режиме, любой котел требует внимания, и чтобы поддерживать горение, периодически угли нужно встряхивать. В Zeus удобно реализовывать механизм, позволяющий прорезать шлак, обеспечивая подачу воздуха на горение. Работать эффективнее котлу помогают шамотные кирпичики, выступающие в роли завихрителей потоков дымовых газов. Разогреваясь до высоких температур, они также работают как катализаторы, дожигающие несгоревшие элементы топлива. В этом также помогают створки подачи третичного воздуха. К тому же на котел можно навесить вместо штатного регулятора тяги турбокит для автоматической подачи воздуха на горение. Или вовсе купить готовую версию Zeus Turbo. Нельзя забывать и о том, что котел нужно периодически чистить, и Zeus в этом плане очень удобен. Открывая прочистную дверцу, получаешь удобный доступ ко всем поверхностям теплообменника, требующих чистки. В общем, мощный и удобный котел. Хороший вариант. Далее еще один любимец как наших покупателей, так и продавцов магазинов Farnax – NMK Magnum. Здесь уже всего три модификации в линейке – 15, 20 и 30 кВт. Но что это за котел? Во-первых, огромная загрузочная камера с наклонной дверцей, значит большой запас топлива, значит работать будет долго. Так и есть. 15 часов работы на одном бункере в номинальном режиме. И в этом котлу помогает механизм прочистки коваксниковой зоны. Опять же, благодаря этому механизму у котла огромный потенциал по автоматизации. Именно из-за этого часто наши покупатели и выбирают Magnum. Установив комплект автоматики, можно забыть о необходимости прочистки коваксников. Даже самый младший котел в линейке имеет внушительные размеры. У него также теплообменник шахтного типа и очень объемная водяная рубашка. У 15-киловаттного котла ее емкость 76 литров. За отбор энергии сгорающего угля отвечают греющие поверхности в 2 квадратных метра, в том числе и наклонные водонаполненные колосники. Для чистки внутренних элементов котла также предусмотрены специальные крышки, а у 30-киловаттной версии есть прочистной люк. Magnum – мощный и эффективный котел, который смело можно рекомендовать к покупке. Зота. Как же без котла от лидеров отечественного рынка? Мы долго выбирали котел для сегодняшней рекомендации и остановились, пожалуй, на самом продаваемом в нашей сети твердотопливном котле от Зоты Лава. Три модификации. 13, 17 и 26 кВт. На нашем канале есть подробнейший обзор этого котла, но сейчас мы бы хотели отметить то, что имея конструкцию теплообменника, отличную от двух предыдущих сегодняшних героев, Зота Лава выдает просто феноменальные результаты работы на одной закладке топлива. В зависимости от модификации это почти сутки. За длительность горения отвечает вместительная топка, водоохлаждаемые колосники и продуманная система подачи вторичного воздуха в тыльную зону топки. У Лавы, пожалуй, самый серьезный из всех одноклассников шуровочный механизм. Его неубиваемые элементы изготовлены из нержавеющей стали. А еще на котел устанавливается комплект турбосет, который контролирует подачу воздуха, необходимого для горения. На турбосет на нашем канале есть подробный обзор. Зота Лава – котел, за который голосует наш покупатель и который мы с удовольствием рекомендуем к покупке. Итак, все котлы, которые мелькали сегодня в нашем видео, вы найдете на сайте farnax.ru и в магазинах сети Farnax в городе Новосибирске. Напомню, что в наших магазинах представлены только топовые сибирские производители котлов, которые хорошо зарекомендовали себя у наших покупателей. Если нужна консультация, звоните 8 800 152 38. И, конечно же, ждем вас в гости в Новосибирске в магазинах Farnax и на сайте farnax.ru. До новых встреч! Счастливо!